Франция, синяя линия свободна. Сейчас очень низко сели хоккеисты Салават и Юлаев. Они не менялись давно. Вышел пятый игрок, но подустали, конечно, уфимцы. И шайба находит дорогу в ворота в этой серии. С нулем первый период не заканчивается. Я не знаю. То есть бросал поворотом, да, перехват 3 в 2. Правда, скорость приходится с нулей набирать. И поэтому такой же летучести атака не имеет. Зато готов бросок. Зато как получилось у Обухова. Вот она, шайба. Две шайбы. Посмотрите, какой испанский сезон. Угонул пасом. Возможно, да, выкатился и так, предыдущий чтобы период, так как видно. Посадить Арзамасова, дабы он закрыл обзор и вогнал Девятчика. Открывается, пошла на передачу, подставлена крышка, Петрик, Петрик, он показывает, да, и кто-то может быть сбился, даже не досчитал, третья шайба, 55-го номера, а если он полетит, я думаю, что будет кидать, я буду. Придать ускорение этой шайбе, да. Так сказать, да, подсечь ее.